Партнер показу прогнозу погоди – препарат Т2. Інсектицид у боротьбі з колорадським жуком. Спонсор прогнозу погоди – Гінговіт. Головний захисник судин та мозку від старіння. Гарне здоров'я – гарний настрій. Британская писательница Дженни Даунхэм однажды написала: «Весна – настоящее чудо». И ведь трудно не согласиться, смотря на оживающую красоту природы вокруг. Чем порадует нас она в воскресенье 20 мая, а может, чем-то и удивит, об этом сегодня расскажу вам я, Олеся Вайнер. Здравствуйте! Согласно данным синоптиков, удивит нас природа своим плаксивым настроением. Но положительные моменты в этом все же есть. Во-первых, не обойдется и без прояснений на украинском небосводе. А во-вторых, сочетание солнца и дождя хорошо скажется на будущем урожае. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 21 градус. Теперь рассмотрим синоптическую картину в каждом из регионов более детально. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 14 до 21 градуса тепла. В Черкасах и Кропивницком основная часть дня выдастся дождливой, предвещаются грозы. Однако вечером небо над этими городами полностью прояснится. В Полтаву грозовые тучи заглянут лишь в обеденное время. На юге страны термометры в течение суток покажут от 15 до 21 градуса со знаком плюс. В Херсоне и Одессе дожди начнутся еще ночью и продлятся с небольшими перерывами до позднего вечера. Жителям Симферополя зонты пригодятся в дневное и вечернее время. В регионе также не исключаются и грозы. 20 мая в Украине свой профессиональный праздник отмечают все банковские работники. И в наше непростое для финансовых рынков время хотелось бы пожелать вам, уважаемые работники банков, ликвидности и стабильности, а также огромного, непрерывного, круглосуточного, всесезонного счастья вам и удачи. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 10 и 19 градусов выше 0. Ночью повсеместно пройдут дожди, но с первыми лучами солнца хмурые тучи покинут регион. С утра и до завершения дня здесь будет наблюдаться переменная облачность. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 12 градусов, а максимальная дневная достигнет 20 градусов тепла. В Чернигове и Житомире дождливыми обещают быть лишь ночные часы. В первом, возможно, гроза, а вот в Сумах, начавшись после полуночи, осадки завершатся ближе к вечеру. Серые тучи не обойдут стороной и восток Украины. Синоптики пророчат местным жителям достаточно много осадков, перерывов между которыми будет виднеться и чистое небо. Термометры здесь в течение суток покажут от 13 до 25 градусов выше 0. Партнер прогнозу погоды – Гінговіт. Гарне здоров'я, гарний і настрій. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно увидеть 14-15 градусов тепла. А днем прогнозируется 25-26, также со знаком плюс. В Северодонецке в этот день будет преобладать переменная облачность. Луганский и Алчевский на фоне кратковременных прояснений предвещаются дожди. В последнем днем возможна гроза. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 14 до 16 градусов тепла. В полуденные часы они будут колебаться в пределах 22 и 24. Донецк. Дождь начнет поливать еще ночью. Утром он возьмет паузу, но в обед возобновится с новой силой и завершится лишь поздно вечером. Не исключаются и грозы. В Мариуполе грозовые тучи появятся во второй половине дня. А вот жителям Славянска зонты в воскресенье не понадобятся. Погоду на дальнейшее время в этот день наши предки определяли по месяцу. Если он рожками вниз – к теплу, а если красен – к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и багровым, на следующий день следует ожидать ветреной погоды и без дождя. Что ж, проверим. В Днепропетровской области после полуночи ожидается плюс 16 градусов, а в дневное время – от 20 до 22. Уже ночью область покроет густые облака, а утром начнутся дожди. В середине дня, несмотря на небольшие просветы, дожди продолжатся. В Днепре и Кривом Роге прогремят грозы. Такая погода предвидится здесь до позднего вечера. Спонсор показу прогнозу погоды – препарат Т2 «Инсектицид у боротьбы с колорадским жуком». И напоследок о погоде в столице Украины. При суточной температуре воздуха от 14 до 19 градусов тепла день в Киеве начнется под грозовыми тучами. Утром столичный небосвод полностью прояснится, но к обеду на нем вновь появятся, на этот раз уже легкие облака. Вот теперь вы во всеоружии готовы к тому, что приготовила для нас природа в воскресенье 20 мая.
Удачных вам выходных. Пусть они будут приятными и беззаботными. До встречи в нашей студии. Т2 – професійний засіб для знищення колорадського жука. Стійкий до змивання дощем. Довготривалий ефект. Т2 – це вдвічі менше витрат, вдвічі більше сили. 100% гарантія. Т2 – професійний підхід до боротьби з шкідниками. Гінговіт – головний захисник судин та мозку від старіння, виготовлений на сучасному фармацевтичному заводі у Чехії. Гінговіт в великій концентрації містить екстракт гінгобілоби, яка підвищує еластичність кровоносних судин, розріджує кров, чистить лімфу, підтримує серце та покращує розумову активність у будь-якому віці. Про наявність гінговіту в аптеках міста дізнавайтеся за телефоном.